Сейчас мы найдем число, которое делится и на 2, и на 4. Это будет 4. Давай, да, быстрее, только что время. А теперь нужно разделить 4 на 4. Это будет 1, там еще будет умножать. Давай, еще, ну, а потом? Теперь так же. И пишем 2. Маленький. А теперь умножаем. 13 будет 3. Минус 2 на 1 будет 2. И 3 минус 2 будет 1. И значит, 1 четвертая. 1 четвертая, да, ответ? Да.